Мы сейчас прогуливались по улице Матиевич, это 71 у нас. Там дальше машина также припаркована, и здесь машины припаркованы. Ну, идем в сторону арки, вход к парку Валя Морилор. Ну, вот у нас, как видите, новый тротуар отремонтированный. Ну, и вот так вот у нас есть автолосики припаркованные. Тут 6 машин с этой стороны припаркованы от ОБСЕ. Ну, и там дальше, где у нас Матиевич 79, то же самое. Массовая парковка. Естественно, мы вызовем сюда экипаж полиции. Мы экипаж полиции ожидать не будем. У нас был рейд сейчас в парке Валя Морилор, Темиш 24. Там у нас получился очень-таки неприятный инцидент. Семейка автохамов лезла в драку. Там, короче, был такой кипиш, скандал. Было 3 экипажа полиции, 2 карабинерные службы. Агрессоров, естественно, задержали и доставили в райотдел. Ну, а меня не задержали, потому что не было оснований. Конечно, экипаж полиции через «не хочу» выполнял свои служебные обязанности, но все-таки выполнил их. Потому что я на них надавил законом и уставом. Ну, а здесь вот у нас продолжение. Смотрите, тротуар сделан из гранитной брусчатки еще времен Советского Союза. И вот машины его гробят. Там машина вообще въехала в клумбу колесами. Да. Ну, там не за столбики, они заехали сюда. Где... Да, и там, да, и за столбики машины заехали, как мы видим. То есть дурдом. Естественно, мы сюда вызовем экипаж полиции. Ну, у человека поломка, может стоять на полосе движения. Естественно, ему следует выставить знак аварийной остановки. А здесь у нас, смотрите, были установлены столбики. Но, как мы наблюдаем, запарковано машинами. Как они сюда проехали? По тротуару. Пока они стоят, вроде бы не мешают. Ну, а в оконцовке все-таки они мешают, когда начинает движение и когда люди идут друг другу навстречу. Просто офигеть. Вот смотрите, там тоже. Так что эти столбики ничего не дают. Они не огораживают тротуар от автохамов, от этого вот металлолома на 4 колесах. То есть больше 15 машин на тротуаре. И стоят столбики антипарковочные. Но это их не смущает и не пугает. Почему бы и нет? Нам же можно в ушо. Нам даже полусферы 250-килограммовые не помешают въехать на тротуар. Такое впечатление, что здесь реально надо ставить танковые ежи, точнее противотанковые ежи устанавливать, чтобы они сюда не заезжали. Вызовем сюда экипаж патрульной полиции.